Так, ну что же, всем привет. Только вот буквально вчера приехал с Минска, купил себе экшн-камеру, ну и другие там аксессуары и к ней, и не к ней. В общем, и вот мне вот фирма Турлан Минская, так я у нее постоянно беру различные туристические снаряжения, вот дала мне вот такой подарок в виде такого, хотя у меня уже есть, да, но это будет дополнительный мне такой чехол для пенки. Увеличенный, да, стоит он где-то, не знаю, в районе 8 рублей новыми деньгами, да, белорусскими. В общем, вот такой вот, ну, в принципе, как и раньше у меня шили мне почти тот же самый, только вот здесь есть вот такой золотистый материал, да, если вывернуть его, как заверяет производитель, выдерживает 1000 миллиметров осадков вот этот материал. Так, счет того, что мы шили, этот будет уже на вот такой молнии, да, что намного удобнее одевать. И плюс здесь затягивается горловина, да, как в том. Но этот материал, да, если взять, ну вот, да, вот специально вот такая вот. Можно как нести сам, да, ручка, но и также крепить за белый рюкзак. В общем, ссылочку дам в описании тогда. То есть это около 8 рублей белорусских, но это мне обошлось в 0 рублей как подарочек. В общем, на этом все. Ну и до скорых встреч.